Да, ну, ты с кадра не уходи. Мне наоборот потом скажут, вот был. А где новый этот самый, не видно. Прошлый выше, там оно. Вот смотри, отсюда снимай. Вот. Вот это вот пошла, вот эта чаша. Вот она идет, старое русло, омывает эта чаша. Вот если сверху смотреть с карты, с космоса, да, то получается чаша километров 50 в диаметре. Вот эта чаша раньше, там посередине стояла капища. В эту чашу, она использовалась для чего-то вот со связями. Мы пока такую информацию получили, что для связи вот где-то с кем-то там. Поэтому вот весь вот эта чаша огромная, она как зеркало, как тарелка передающая. Здесь есть, нам сказали, что 7 источников родников. Вот если в течение, скажем, там 9 месяцев воду смешивая попить, то будет допуск информации. Несколько родников нашли, теперь нужно будет желающих найти все это дело попить. Вот я войти в информационное поле вот этого котлована огромного, который занимает всю эту территорию. Вот его видно, вот он прям как чаша. Вижу, да. Да, вот я со спутника-то и смотрел. 40-50 километров вот эта чаша. Я со спутника смотрел, думал, вообще метод. Это был вход. И вот храм. Вот там был вход, да? Да, вход в эту чашу. Отсюда не видно. И место, конечно, обалденное вообще. Вот это остров. Это старое русло Хопра, там новое русло. Красота. Не, ну скажи, тут отсюда снимать. Такое снимать. Да.